Вот такая вот сеточка. У меня всего 10 вот этих больших длинных полосок и 5 рядов получилось. Теперь можем приступить к изготовлению паучка. Для того, чтобы сделать паучка, я беру вот такую вот пуговку. Это обычная пуговка. Вот тут ее дырочки. Это будет тельце паучка. Для головы я беру обычную черную пуговицу, черную бусину. Дальше мне необходимо изготовить лапки. Для того, чтобы изготовить лапки, я беру вот такой вот пин, причем с ушком, это важно, и собираю на него 4 черные бусинки, бисеринки. Затем одну серебряную и снова 4 черные. Теперь посерединке я делаю еще одну петельку. И на этот кусочек я также набираю 4 черные, серебряную и 4 черные. Из оставшегося кусочка я делаю еще одну петельку. Теперь я беру готовую часть и складываю ее вот таким вот образом, немножко наверх относительно серединки, а потом вниз. С другой стороны тоже немножко наверх и вниз. Как раз там, где у вас серебряные, вы там опускаетесь вниз. А затем я разворачиваю петельки. Смотрите, если у вас вот так идет бисерный ряд, то петелька должна вот в эту сторону смотреть. Эти подошли. Теперь делаю дальше. Теперь я беру еще один пин и собираю на него сначала голову, затем ножки и тельце. С этой стороны снизу я также делаю петельку, которая все будет крепко сжимать. Получается вот такой вот маленький черный паучок. Как сделать паучка другого типа, я показывала еще раньше в моем видео. Ссылочку я оставлю под этим видео в описании. И тот паук другой, он больше и выглядит совсем как настоящий, особенно если он отбрасывает тень. К этому паучку мне необходимо прицепить обычную булавочку для того, чтобы вот этой частью можно было бы ее потом цеплять за сетку и таким образом посадить туда жить паучка. Я ее просто привязываю проволокой любым способом, главное, чтобы ее зацепить как-то. Вы также с легкостью можете менять местоположение паучка, если есть желание. Ой, зацепился ногой в свою собственную сеть, попался. Вот, к примеру, наверх его переселить. Ну и вот такой вот паучок получился вместе с сеточкой.
Также этого паучка можно использовать как брошку, если вы, к примеру, хотите. Снизу у нас обычная булавка, вы просто ее закрываете, и все, и на этом готово.